Всем привет, это Fera.ru на стенде компании Canonical, точнее здесь написано Ubuntu, но это фактически и Canonical тоже. Так вот, у меня в руках Galaxy Nexus, LG, извините, Nexus, разумеется, но не простой, а с установленной новой операционной системой, соответственно, Ubuntu для телефонов. Обычно, когда мы слышим про Ubuntu для телефонов, все как-то очень плохо на это реагируют. Ну, не знаю, там будет тормозить очередная Ubuntu обычная, но это именно Ubuntu для телефонов. Она не совсем такая, как все. Она специально предназначена для маленьких экранов телефонов. Здесь есть специальные предложения с измененным интерфейсом. И у нее очень забавные диалоги работы. Например, вот чтобы получить доступ ко всем приложениям, которые есть здесь, нужно вот сдвинуть экран вот отсюда. И мы получаем доступ ко всем приложениям. Отсюда это слева, точно. Вот. Если сдвигать экран направо, то мы можем листать приложения, которые у нас есть. Вот такие вот. Снизу мы показываем контекст меню приложения, а сверху системные настройки, такие как messages, ну там и так далее. Все вот системные вещи. Вот. Сама по себе Ubuntu OS выглядит довольно интересно, с такими округлыми иконочками. Кстати, Firefox OS тоже на нее чем-то похоже. Давайте попробуем запустить что-нибудь. Вот часто используемая, например, там, не знаю, камеру. Ну, понятно, она переделана. Это обычная камера LG Nexus. Ничего особенного от нее ждать не надо. Вот, с возможностью видеосъемки. Дальше давайте запустим что-нибудь, что мы видим каждый день. Gmail. Gmail запустись. It is not connected to internet, no? К сожалению, он сейчас не присоединен к интернету, поэтому мы не сможем ничего такого посмотреть. Ну, давайте посмотрим какие-нибудь офлайновые аппликейшены, например, да, вот как звонить. Звонить тоже вот можно, такая вот красивая штука, можно с ней звонить, можно переключиться в ВКонтакте. Все выглядит довольно интересно. Ну, понятно, что это на уровне скинов, скажем так, фактически. И ничего особенного здесь нет. В принципе, это можно нарисовать и для Android, но вот то, что это работает под Ubuntu. О, кстати, давайте посмотрим на Evernote, потому что под Ubuntu-то он обычный. Да, его тоже нельзя посмотреть, потому что он еще не скачет. Ну, хоть что-нибудь, хоть Twitter. Twitter тоже онлайновый, я думаю, что это HTML5. Вот. Ладно, а сейчас мы с этим заканчиваем тогда, потому что... вот, давайте посмотрим какую-нибудь игру. Да. Ну, ты можешь одной рукой это сделать что-нибудь, что здесь нужно сделать. Видишь, она пока не работает. Ну, ладно, это перспективная ОС, нечего тут. В общем, вот такая вот перспективная ОС, пока еще не до конца работающая, но счастливые обладатели, собственно, Nexus лыжного могут себе его скачать. Скоро будет на Galaxy S3. Это была Fera.ru, мы сейчас показывали Nexus, сейчас еще покажем примерно то же самое на таблетке, когда она освободится, но там очень много народу, поэтому, может быть, мы не дождемся. В общем, Ubuntu все очень ждут, ну, действительно, было бы интересно. Гики всех планет, всех миров, объединяйтесь. Читайте Fera.ru, подписывайтесь на наш канал. Спасибо.